Сотрудники подмосковной ГИБДД провели акцию «Мы рядом». Одинцовские госавтоинспекторы решили придать процедуре проверки документов и цифровых пропусков больше доброжелательности. Водителям или пассажирам без медицинских масок вручали наборы средств индивидуальной защиты. Такая забота, а также слова «Пожалуйста, берегите себя и будьте здоровы» вызвали у людей благодарные улыбки. Проведение акции будет продолжено.